Для клинчан с инвалидностью открывается бесплатная юридическая консультация. На днях было подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между муниципалитетом, филиалом РГСУ и общественной инвалидной организацией «Единение». О необходимости такой службы говорили давно, но воплотить идею удалось только сейчас. Символично, что это произошло в год волонтерства и добровольчества. Оказывать первичную правовую консультацию людям с ограниченными возможностями будут старшекурсники и выпускники юрфакультета местного филиала РГСУ. Основная масса вопросов – это вопросы, касаемо социального права. Это не обо какие-то сложные юридические коллизии. Студенты последних курсов юрфака уже в полной мере обладают необходимыми знаниями, чтобы такую консультацию оказывать. Это, с одной стороны, это то, что для населения, с другой стороны, для самих студентов – это практика. Это просто набив руки. А для юриста это необходимо. Курировать этот проект будут квалифицированные юристы. Один из них – руководитель ассоциации «Единение», авторитетный специалист юротдела муниципалитета Вячеслав Хмельнов. В данный момент идет поиск офисного помещения.